Паводковая ситуация в области Абай постепенно стабилизируется. Сегодня Аким области вместе с представителями местных властей и сотрудниками МЧС совершил облет территории региона. В Кокпектинском районе удалось отвести водный поток за пределы населенного пункта и перенаправить в русло реки. Подробности в следующем материале. Теплая весна 2024 года жителям Кокпектинского района запомнится по многим причинам. Резко растаявший снег переполнил местную речку Кокпекте. Возникла угроза затопления сразу нескольким населенным пунктам. Когда мы услышали, что вода приближается, мы очень переживали, не могли спать. Понятно, что это не только у нас, в нескольких областях, но все равно было страшно. Но потом прибыли спасатели, мы все подготовились и делали все, что нужно, и поэтому только дворы немного подтопило. Действительно, на сегодняшний день ситуация стабильная. Обойтись относительно легким испугом удалось, поскольку местные власти вовремя оповестили население. Кроме того, сельчане безукоризненно и организованно выполняли указания спасателей и военных. Спасибо нашим предпринимателям, которые вот техникой все обеспечивают. На сегодняшний день портапляемых дворовых нету домов. Только вот пропустили воду через, например, раскрыли дорогу. И пропустили воду. На сегодняшний день у нас все в норме. После проведения превентивных мероприятий уже на сегодняшний день воды в населенном пункте вода отсутствует. Также на месте находится для мониторинга и укладки мешкотары личный состав МЧС. Чтобы оценить, насколько стабилизировалась обстановка, Аким области Нурлан Нуранхаев совершил облет территории региона. Уровень воды и состояние плотин круглосуточно наблюдают на 4 гидропостах. Балжан Весенова, Азамат Касым, Медет Умерханов, 24 КИЗ, область Абай.